танец — это твой путь, биение твоего сердца. Твое дыхание — это ритм твоей жизни, это выражение во времени и движении, счастье, радости, грусти и зависти. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на 12-м фестивале танцев студенческих отрядов 2019! И давайте подарим громкие аплодисменты за столь красивое открытие фестиваля! Шоу барабанщиков Jumbo Kids образовательного центра Чудо-Чада, руководители Сумичев Владислав Николаевич и Бесенко Дарья Игоревна. Коллективы современного танца «Сода», клуба «Наше место». В коллективе занимается молодежь с ограничением слуха. Руководитель Светлана Янина. Сегодня в этом красивом зале Южно-Уральского государственного университета собрались люди, которые не боятся творить и открывать в себе новые грани. Их цвет настроения зеленый. Они знают, что труд – труд. Каждый из них выносит свой вклад на благо нашей страны. Эти ребята настоящие профессионалы. Студенты-медики, строители, проводники, вожатые, официанты и спасатели. А вместе они Челябинский областной студенческий отряд имени Петра Ивановича Сумина. С днем российских студенческих отрядов! И для приветственного слова на сцену приглашается командир Челябинского областного студенческого отряда Юрий Евгеньевич Болдырев! Мы с вами видели очень верные слова, мне запомнились некоторые из них особо. Это эмоции, позитив, радость и дружба. Давайте, чтобы именно в этой атмосфере прошел у нас фестиваль танцев. С днем РСО! И, конечно же, друзья, огромное спасибо хотелось бы сказать, может быть, заранее, но тем не менее всем тем, благодаря кому этот фестиваль танцев состоялся. Это, конечно же, и правительству Челябинской области, и Южно-Уральскому государственному университету. Давайте здесь отделим, поаплодируем. Мы все с вами находимся в этом уютном зале, и нам здесь комфортно, мы практически все влезли. Друзья, самое главное, цените дружбу, дорожите эмоциями, создавайте их не только для себя, но и для своих товарищей и друзей, и тогда это к вам обязательно вернется. С праздником! Для приветственного слова на сцену приглашается проректор по внеучебной работе и молодежной политике Южно-Уральского государственного университета Вячеслав Владимирович Бурматов. Добрый день, дорогие друзья! Позвольте вас поприветствовать от имени ректора ЮРГУ Александра Леонидовича Шестакова и поздравить вас с Днем российских студенческих отрядов! Друзья, исторически, еще со времен комсомольских строев, все проекты, где участвовали студотряды, они были глобальными. Они определяли жизнь, если не всей страны в целом, то конкретного региона в частности, и определяют до сих пор. Если мы посмотрим проекты последних лет, то данная тенденция продолжается. Это и стройка космодрома «Восточный». Это и стройка под названием «Мирный атом». Это и возведение энергоблока «Бангладеш». То есть мы видим с вами, что все сохраняется спустя много лет. Но что, на мой взгляд, не менее важно,
то, что помимо таких знаковых, таких флагманских строительств, всегда студотряды были близки к людям, были близки к реальной жизни. Так, например, в 2013 году студотряды ЮРГУ помогали возводить две церкви и благоустраивать территорию, одна в Калининском районе, другая в Кунашакском районе. А совсем скоро Красноармейский район Челябинской области высадится Уральский десант. Его представители, похоже, есть здесь. Это по-настоящему волонтерский, с одной стороны, проект, а с другой стороны, социальный. Помощь людям пожилого возраста, работа со школьниками. И это здорово. Мы видим, что это находит отклик не только в масштабах всей нашей страны, но и в жизнях людей, конкретных людей нашего региона. А коли это так, то ЮРГУ и РСО всегда будут вместе, всегда будут смотреть в одном направлении, будут работать на благо нашей области, нашей страны, нашего любимого города. Вперед! На протяжении всей недели в адрес Челябинского областного студенческого отряда приходили поздравления от полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Николаевича Цуханова, от депутата Государственной Думы Российской Федерации Владимира Владимировича Бурматова и телеграмма от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Разрешите зачитать. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Российских Студенческих Отрядов. В нынешнем 2019 году движение студенческих отрядов отмечает 60-летний юбилей. За прошедшее время многие поколения юношей и девушек внесли большой, значимый вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. Они, принимая деятельное участие в строительстве дорог, городов, поселков, поднимали целину, выполняли производственные задачи на промышленных предприятиях. И потому трудовой семестр был для них настоящей профессиональной и жизненной школой. Важно, что замечательные традиции продолжаются, и сегодня для энергичных, неравнодушных представителей молодежи открываются новые горизонты для приложения их сил и талантов. Главное – работать добросовестно, с полной самоотдачей, ставить перед собой высокие цели, ценить дружбу и верить в товарищей. Желаю вам успехов и удачи во всех делах и начинаниях! В этом году фестивалю танцев исполнилось 12 лет. Тема фестиваля «Вся наша жизнь – отряд» приурочена к 60-летию студенческих отрядов. Мы получили 40 заявок на участие, и только 16 номеров прошли в финал. Лучшие танцоры студенческих отрядов поборются за шанс выйти в тройку сильнейших. На отборочном этапе наши эксперты оценили ваши творческие номера, определив финалистов. Давайте же познакомимся с теми, кто сегодня назовет победителей. Директор школы танца Iceland Dance, хореограф, постановщик, лауреат всероссийских и международных конкурсов в области современной хореографии Светлана Савенкова. Креативный директор и балетмейстер театра танцевальных миниатюр «Хай-Тэч», педагог высшей квалификационной категории Оксана Коновалова. Заместитель председателя правкома ЮРГУ Геннадий Буданов. Заместитель начальника управления по внеучебной работе Южно-Уральского государственного университета Вероника Ливончук. Куратор студенческих отрядов производственного объединения «Маяк» Андрей Новостройный.